купался. Карыч водит. Сейчас я вас всех поймаю. Ага! Да сколько вас тут? А, кто-то слева. Не играю. Надо хлопать в ладоши, или говорить горячо, или холодно. Нет! Представляешь, я 100 раз мог упасть, а 30 раз совсем убиться. Однако прошел, как заговоренный. А мы думали, друг мой, что вам играть расхотелось. Искали, искали вас. Говорят, что у каждого есть свой ангел-хранитель. Я раньше не придавал этому особого значения. Да-да, конечно. Интересно, какой он у меня? Что? Жалко, что я его не вижу. Да не берите вы в голову. Он-то обо мне знает все. Все, что я когда-то прятал и скрывал от других. Он все видел. Не думаю, что у вас есть серьезные поводы переживать. Вы замечательный, добрый, веселый. Это я тогда съел твой пирог. А ты подумал, что его унесли пчелы. Ах ты, нехорошее животное! В смысле, ничего особенного. Подумаешь? Мне очень стыдно перед тобой. Но перед моим ангелом мне гораздо стыднее. Нелегко ему со мной. О, это знак! Думаешь, это твой ангел? Какое дело моему ангелу для тебя? Это твой. Вот не надо только другим навязывать свои наивные представления о мироздании. Ой. Он что-то хочет от тебя. Глупости. Ну хорошо, я признаюсь. Но не из-за какого-то там ангела, а просто из-за любви к правде. Я подглядывал во время жмурок. О, это возмутительно. Если бы я был твоим ангелом, ты бы 2 шишками не отделался. Со своими ангелами вы мне совсем задурили голову. Я теперь ничего не могу делать. Вместо того, чтобы сосредоточиться и чем-то заняться, я думаю о том, как это будет выглядеть со стороны. Ты хочешь его задобрить? Ну, нельзя сказать, что я отношусь к этому очень серьезно, но всегда предпочтительнее, когда тебя спасают, а не кидаются шишками. Сегодня чай на себя пролил. За что, спрашивается? А мне дверь палец прищемила. Безобразие! На меня проливается горячий чай, а я еще должен чувствовать себя виноватым. Право, мне было лучше, когда я не связывал свое моральное несовершенство с тем, что на меня падают шишки и проливается чай. Мне без ангелов было спокойней. Никто не подглядывал. Как ты думаешь, можно ли все-таки его как-нибудь увидеть? И он постоянно при мне или налетами? Эй! Оу! Ой, да что это такое, господи боже мой!
Мне тоже своего надо увидеть. Я неделю возился с реактивами в лаборатории. Делал очень интересное научное открытие. А сегодня забыл снять его с конфорки. И оно сгорело. Я хочу спросить, а где он порхал в этот момент, а? Я хочу поговорить с его начальником. Я требую замены. А мне мой нравится. Зачем же вы тогда его хотите увидеть? Сказать спасибо. Хотя... С другой стороны, для того, чтобы сказать спасибо, не обязательно видеть. Спасибо. 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 Ладно, давайте. Я с тобой не разговариваю. Хранитель.